Я думала, это понятно, что мы с тобой друзья. Анна – профессиональный водитель. Если твой братец не выплатит долги, тогда его часть в твоей школе перейдет ко мне. Но чтобы удержаться на виражах жизни… Я пришла договариваться. Хрупкой фее нужен рыцарь. Я же не железная. Не железная, но сильная. Домашний, главный женский.